начнем выпуск с печальной новости. Ушел из жизни российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный также под сценическим псевдонимом Децл. Об этом сообщил отец музыканта Александр Толмацкий. На своей странице в Facebook он написал: «Кирилла больше нет». Свои соболезнования выразили многие друзья и знакомые рэпера. Несколько часов назад Децл опубликовал последний пост в интернете. Музыкант написал, что путешествует по России, едет из Перми в Ижевск. О том, что произошло сегодня ночью после выступления в Ижевске, рассказал концертный директор рэпера. По предварительной информации, остановка сердца после выступления. То есть после концерта он пошел в гримерку, ему стало плохо, и буквально за несколько секунд он сел в кресло и терял сознание. Приехали врачи, пытались его реанимировать, но, к сожалению, ничего не получилось. И сейчас мы ждем заключения медиков по поводу произошедшего. Пик популярности Децла пришелся на начало 2000-х, когда вышли первый альбом музыканта «Кто ты?» и «Уличный боец». А хиты «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя кровь» долгое время крутились в горячей ротации на радио и телевидении. Свой последний альбом «Неважно, кто так у руля» Децл выпустил в ноябре прошлого года. Кириллу Толмацкому было 35 лет.